Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я хотел представить вам свое новое пособие «Средства выразительности на ОГЭ и ЕГЭ». И 9, и 11 класс материалы экзаменов обязательно включают задания по средствам выразительности. Об этом пособии мы описали каждое из них, распределив на фонетические, лексические, синтаксические, привели примеры упражнений и тестовых заданий в формате ОГЭ и ЕГЭ. И, конечно же, надеюсь, что это пособие станет помощником в выполнении этих заданий, связанных со средствами выразительности.